Музыка на заставке. Так и хочется сказать, мы с Пал-Палычем вдвоем, сейчас частушки вам споем. Сейчас зарплату всю пропьем, но пока ее нету, поэтому будем трезвыми. Друзья, гутен морген, свейки, это старперцы, это Григорий Берг, самый, что ни на есть, настоящий старперец. Старпер, скорее всего, уже, да? Да ладно. И просто Эдмунд Кашевский. Да, да. Просто. Простой, скромный. Да, скромный, да. Ну что, давай-ка тут пробежимся, довольно-таки интересное много. Да, ну мы, как обычно, по средам решили пройти в библиотеку, как говорится, и пройтись по изданиям печатной прессы. В основном общественно такого информационного характера, который почему-то называется «желтой прессой». Но то, что тебя сфотографировали через, не знаю, там, через слуховое окно в туалете, еще не значит, что это желтая пресса. Это просто вот папарацци, фотографы, они просто находят такие ракурсы и такие места, где можно фотографировать абсолютно неожиданно для, так сказать, для оппонента, для товарища, для объекта. Не все то желтое, что блестит. Да, это вы сейчас про что? Нет, ради бога, только не о главном дне рождения главного человека страны. Гриш, ну, я понимаю, что нам с тобой с днями рождения не повезло, так как повезло большому Эдгару. Да, мы родились как раз в начале апреля, когда, собственно, никаких заседаний больших нет, да, да и прочее. Да, до Нью-Йорка далеко как-то так, да? Вот умные люди, это в прежние времена, старались, чтобы дети рождались к праздникам, там, 1 мая, не к месту помянутого, да, к Новому году хорошо, да, ну, чтобы, так сказать, сэкономить на угощение. Теперь важно родиться, когда открывается сессия ООН. Дорогие друзья, конечно же, день рождения случился не у кого-нибудь, а у нашего президента, у Эдгара Ринкевича. Ему стукнул полтос, юбилей, с чем мы его сердечно поздравляем. Welcome to the club, мистер Ринкевич. Как говорит Григорий Петрович, свободное от того, от работы время и от того, когда он не говорит по-испански, суахили и пушту. Да, самое интересное, как это получается, его стакан наполовину пуст или полон еще? Он сказал, что полон, по-моему. Слушай, ну, судя по той фотографии, я тебе скажу, очень жизнерадостный, полон энергии, и за день до юбилея наш президент выступал с большой, самой значимой трибуны во всем мире, с трибуны ООН, с генеральной, значит, там была сессия 78-я ассамблея генеральная ООН, и наш президент выступал с речью. А вот чуть ниже фотография о том, как он как раз-таки идет на это выступление. Обратите внимание, какая уверенная поступь, какой целеустремленный взгляд. Постой, эту фотографию видел, но там еще трое были в таких же костюмах, босиком переходили. Аберроуд это, по-моему, называлось, нет? Аберроуд, да. Вот они у тебя изображены на маечке, покажи людям. Тихо. Но это Аберроуд, это было в городе Герой Лондоне, а это Нью-Йорк, Гриша. Гришко, ты в Америце был? Нет, я был только в Ливерпуле. Послушай, так это... Ах, вот, а почему он один идет? Ну как почему? Вон, видишь, сзади охрана идет, все нормально. Да. Я за него... Почему-то в Америке я за него спокоен, он под надежными, скажем так, и наблюдениями, взглядами. И взглядами, и товарищи абсолютно не дадут его в обиду каким-то проходящим там несознательным элементам. Нью-Йорк вообще город такой спокойный, где вообще ничего случиться не может. Подожди, как это было? Нью-Йорк город контрастов или как там было? Это... в Стамбуле был. Стамбул город контрастов, да. Ну, обрати внимание, компания-то какая? Вот ты кого приглашаешь на день рождения, Гришка? Да ты вообще никого не приглашаешь, ты как обычно зажимаешь. Я их и не праздную. Ты как обычно зажимаешь день рождения и говоришь, ну надо собраться как-нибудь летом, да, шашлычок пожарить. И это я слышу, когда я поздравляю моего коллегу уже лет, наверное, 8 подряд так. Да, но я... Надо не... как-нибудь собраться. Я не старею. Я так и остался чуть-чуть за 50. Не старею душой.
ветераны. Это о втором нашем левом, нехорошо звучит, о втором нашем главном президенте. Который стоит справа от нашего президента, да. Да. Вот он, да. Мистер Байден. Боже, храни Америку. Да, вот. Да. Вот в такой компании наш президент отметил свой день рождения. Кстати, еще раз его поздравляем. Кстати, он впервые на фотографии с красивой женщиной, наш президент. Ты не путай, Гриша, это не его женщина, это первая леди Америки. А, ну все равно же женщина. Ты думал, что... Все равно же пока еще женщина. Дело идет к тому, что... Нашего первого леди он не показывает. Нашего первого леди. Да, как-то звучит, но с другой стороны. Ну а чего? Ну, да. Давай-ка. Как хочу, так и показываю. Ну. Кого хочу, того и показываю. Да, кого хочу, того и показываю. Давай о мероприятиях помельче. Тут тоже есть всякие такие. Вот целое, это уже другой журнал, да. Это будет уже «Привод от Зиве» на 36-й странице. На 36-й, да, даже. На странице. Да, тут целая, так сказать, куча не сказать. Куча? Не сказать, да. А что, компания? Вот. Да, тут они. Слава Нибасу, нотикуме. Так, и так, что у нас тут из Слава Нибас? Интересного есть. Я, во-первых, заметил, вот... Начнем с того, что по какому поводу они собрались. Дело в том, что правый разворот – это по поводу премьеры в театре «Дайлес». А не что-нибудь, а постановка «Леопольдштадт» в исполнении нашего уже доброго старого знакомого господина Малковича. А левый разворот – это, друзья, по поводу, все знаменитости собрались по поводу презентации книги «Астонис Милостибес». Вот так вот и называется книга. «Астонис Милостибес». 8 видов любви, что ли, я не понимаю? Послушай, значит, гендеров, по-моему, 72, а любви только 8. А ты возьми, раздели его с 72 на 8. Так не получается. Не получается, да и у меня. Послушай, а как-то надо кучковаться, чтобы всем досталось по любви хотя бы одной. Тихо. Они собираются в клубы по интересам. Это свингер-клубы ты имеешь в виду? Гриша, опять ты за свое. Ну, а что вспомнить-то? Как Гришу не корми, а его все равно в свингер-клуб тянет. Клуб. По интересам, да. Ты сказал, да. Слушай, да. Тут Драти разродилась тоже своим, как бы сказать, мемуарным опусом, в котором призналась про свой сексуальный опыт с девушкой тоже. Девушка-то рядом там? Нет, рядом с ней журналист. Нет, бывшая девушка может вспомнить. Ты... Сейчас очень, очень осторожно. Писатель, да. Писатель. Нет, она хороша, скажу, вот не меняется. Кто? Вот, ну как Элита, просто скажу, кто? Что нравится. Да, она просто молодца. Да ладно, посмотри мне в глаза. Нет. В глаза посмотри. Я ей хочу посмотреть еще раз в глаза. Врет. Нет, женщина надо говорить, так понимаешь? Хотя, я тебе скажу, на вкус и на цвет товарищей нет. Драти нет. И товарищей нет, поэтому, да, ну, кому-то нравится так, а кому-то не так. Но вот ниже и Агнеса Зелтини, наша добрая старая знакомая, чао, Агнесе. Кто это она такая? Гриша, а давай вот пофантазируем, кто это такое, что стоит рядом? Это женщина. Написано «Стилист Андре Вон». Андре Вон. Это мужское? Ну, Андре – это мужское вроде. Ну, там женщина, что он назвал себе мужское. Какое имя. Какая женщина? Ну, на каблуках ты посмотри, сантиметров 10, 12, 15. Вот что видно, ты что, не разглядел? 12-15. Ну вот каблуки-то, смотри, какие и туфли. Ты когда-нибудь ходил на каблуках? На таких? Нет, не могу. А я один раз в жизни ходил, когда изображал из себя усатую Дафну, а другой товарищ изображал из себя Жозефину. Ну, в джазе только девушки. Фотографию. Мы были переодеты. И, Гриша, у меня был этот опыт, да. Какой? Признаюсь, был опыт. Опыт? Какой опыт? Какой? Я был в платье, я был в каблуках. И ты был женщиной. И даже на меня надели бюстгальтер. Вот это было... Какого размера, я даже боюсь так предположить. Ну, да. Но больше третьего точно. Нет, такого размера... Нет, да? Такого размера нет в природе. 58-й шляпа имею. Натягивали, да. Натягивали веревочки. Эй, так это... Ты думаешь, что это мужчина, что ли? Я думаю, что это мужчина все-таки. Или это оно какое-то. Как мужчина? Одно из 72. Как хорошеет мужчина, ты посмотри.
Да, просто Гриша, на глазах. Не пугай меня. Да, ну просто Гриша, на глазах. Нет, ты меня пугаешь. Не, тут есть еще один, вот посмотри, вот на Лепо, вот это штат празднование, там актер какой-то в штанишках коротких. Ну, да. А что? Это вот наша латышская почему-то штанишки такие короткие всегда. Это актер Андрис Булис, популярный актер латвийского театра «Дайлас». А штаны почему такие короткие? Это модно? Гриша, или... это мода. А, я думал, что с детства осталось, еще, знаешь, донашивает. Но почему бы и нет? Но что я могу сказать? Вот, знаешь, очень хорошо, несмотря на то, что со здоровьем у него проблемы, выглядит наш президент, бывший же нет президентов, да? Затлерс. Ну, просто... Да. И вот что мне очень нравится... Дай ему бог здоровья и Аркунзе, и вот, да, представляешь, с госпожой. С лилитой Затлерой. Да. И даже не с женой, а Кунзе, госпожой. Вот так, да, вот, ну, очень красиво. Еще из таких интересных материалов «Привата Адзиева» это страница номер 4. Так, страница номер 4, товарищи. Открываем. И тут у нас 4. Юбилей. Юбилей, 4, Гриша. О, Господи. У тебя папа у Васи силен в математике. Но тут... А это что? 4. Ну как, 4, вот оно. Приват отзывы. Акта, погоди. Там не что-нибудь, а юбилей. Юбилей Айвара Лембергса. Как, он еще отмечает что-то? Ну, послушай, ну круглая цифра, 70 лет человеку, представляешь? Да. А сколько энергии и сколько геморроя еще у него, чтобы от всего этого отмазаться? Ну, юбилей у него скромный, поскольку он заплатил 100 тысяч залога, чтобы выйти из тюрьмы. Ему, кстати, год скостили. Ну, я думаю, что это не последние 100 тысяч у него, конечно, слава как богу. У него отобрали все, и у сына отобрали все. Как все? Его партнера все отобрали. Совсем все. А он все равно еще празднует, представляешь-то? Ну, вот удивительно, да? Мне нравится в этом человеке, знаешь что? Его нестандартная манера одеваться. Это обалдеть. У него или стилист есть, или он просто так... Или жена ему как-то что-то... Но или он так от фонаря... А, одену-ка я сегодня желтый пиджак и зеленые брюки. Проснулся, говорит, а что там такое даже? Или розовый, этот пиджак. Не, классно. Молодец. Молодец, абсолютно. И энергичный, и город в порядок привел, я имею в виду Вентспилс, ну, несмотря на то, что сейчас находится уже энное количество времени в тени. И правительство его не мешает работать. Там обещали, что он не будет мешать работать. Но зато теперь, если ты его в суе помянешь, как ты знаешь, Гриша, геморрой обеспечен тотальный, на всех уровнях. И в правительстве, и в парламенте, и где угодно. Нельзя его вспоминать. Сразу к большому колоколу подвешивают и начинают себя мочить. Это как? Похвалить, я понимаю, в данном случае нельзя. Даже сказать ничего нельзя. А ты сказал. Заметьте, это Эдмунд открыл эту страницу, я не хотел. Во-первых, я не в Сайме. Во-вторых, я не в правительстве. В-третьих, я не активный партийный деятель. Я независимая медиа. И пятое, я это не я был. Да, и вообще это не я сказал. Да, это сказал журнал. Это сказал журнал «Приват Адзиева». Ну, коль скоро мы уже начали бомбить по, скажем так, тяжелой артиллерии, то останемся на страницах журнала «Приват Адзиева». И сейчас я найду эту страницу, где она тут. Какая? Где она тут, где наш... Вот она, страница номер 16. Наш любимый коллега. Коллега, теперь он коллега. Нет, Эдмунд, послушай. Коллега. Когда он был здесь, он коллег. Коллега. Когда он сбежал туда, да, это помнишь, как так? Если оттуда шпионы, если мы там разведчики. Ну, вот так, может быть, он теперь наш разведчик? Ведь есть же такая теория, что его деятельность, что его деятельность здесь курировала служба безопасности. То есть он как бы казачок наш? Да, подожди, да. Товарищ майор, я могу начинать говорить? Да. Да. Я говорю! Вот понимаешь, по этой системе. Ну, кто его знает, видишь, как тут. Вот очень интересно, смотри. Если оттуда люди бегут, когда их прижимают, это просто они герои, да. Если отсюда, а он говорит, что его прижимают, бегут, то он предатель. Вот это шпион-разведчик, все осталось. Не, ну, на самом деле, его отъезд туда, это его личное дело. Весь вопрос в том, как ты уезжаешь и насколько ты поджег все мосты. Это раз. А второе, он просто присоединился к той когорте, которые уже сидят там в Москве. Сидят? Уже сидят там в Москве.
сидят. Работают. А, работают, другой сидят. Сидят, это работают. Другое. А вот добавляют, тот сидят, это другое. Да. Нет, да. Это не пока то. Пока еще не сидят, но это, работают. Это не то сидят, которые сидят, а то сидят, которые работают. Так. Вот, и он уже присоединился к тем людям, которые там уже поливают активно нашу страну, которая абсолютно не идеальна со всем нашим геморроем, со всеми нашими проблемами, которые есть. Но, тем не менее, это наша страна. И, ну, товарищи, давайте как-то сообща, что ли, попробуем сделать жизнь в нашей стране лучше. А не просто вот там, пользуясь моментом и пользуясь... Он хороший момент выбрал для этого. И его абсолютно, ну, такая... программная, что ли, программная теза, почему он уехал, что он не хочет жить в стране, где выгоняют пенсионеров, и не хочет жить в стране, которая рушит памятники. То есть он борец за памятников, за прав пенсионеров. Такое довольно хорошее, да? Ты знаешь, мне понравилось то, что Сашка Прокудин сделал. Он написал в Фейсбуке шикарное эссе по поводу, он написал некролог, значит, по Андрею Мамыкину, ну, шуточный такой, как бы, но вот мерзавец просто Прокудин, он так владеет слогом, так красиво пишет, так излагает, что я ему просто написал это в комментариях, я говорю, аж появилось желание прочесть твою книгу. Я советую тем, кто не знает и не читал, и не слышал то, о чем я говорю, зайти в Facebook, найти Александра Прокудина и там посмотреть этот материал. Называется «Некролог по Мамыкину». Ну, а Мамыкин, слава богу, живой, здоровый, пускай у него все будет хорошо, но, как говорится, в обнимку с Соловьем-разбойником, с Соловьевым, его уже видели, и я думаю, что сейчас это будет тот момент, который активно будет использовать пропаганда тамошняя для того, чтобы экс-евродепутат и экс-депутат, и партиец латвийский, чтобы он мог рассказать все то, что у него наболело на душе. Ну, надеемся, что душа не шибко болеть-то будет у него. Надо будет пригласить его на собеседование. Пишет же он теперь, что теперь он «Эсэсму става союзма цикте кривия вис ир лаби». Вот так по-латышски он-то? Да, журнала. Он, дескать, в восторге о том, как в России все хорошо, а если копнуть, скажем, назад, то абсолютно диаметрально противоположные высказывания от того же Мамыкина, особенно когда он был в Европе, мы можем, ну, прочесть, я не знаю, там, в ассортименте, что ли. Так, что там? Так, ладно. Про Голливуд, что ли, поговорим? А нашего любимого Малковича вспомним. Что он плохого сделал? Почему плохого? Вот Касьянс на 16-й странице. Как, 16-я? На 16-я, да. Такое, вот на 16-я только такие люди, да? Разворот, да. Опять или Мамыкин, или Малкович. Театр Дайлас, премьера... Опять-таки, вот, Леопольдштадт и Холливудос. И тут тоже и бомонды, и актеры, и экс-президенты, и жены президентов, и Луриня со своим мужем, но... И Луриня со своим мужем, все президентами, а она одна с мужем. Не, ну ведущая актриса Латвийского национального театра, если ты, Гриша, не в курсе. Да, Дитта Луриня. Не в курсе. Я хотел только выяснить, вот это не является уже намеком, что Голливуд, вот это как возрождение Рижской киностудии. Но мы же были в свое время Голливудом, правильно? Были. На территории Большого Союза. Вот это опять, понимаешь, такое возрождение. Это, кстати, первая ласточка. А я смотрю, многие могут потянуться сюда. Ой, какое... Жизнь. Эдмунд вернется помощником режиссера. Да, я возьму студию. Хлопушку на искрю. Дубль 5. Это что, все, что ли? Да. Кадр 384, дубль 5. Поехали. А отбирать актрисы после Вайнштейна ты уже боишься? Хлопотно это, Гришенька. Ой, хлопотно. Не, потом хлопоты. Малкович, молодец, смотри. Он, во-первых, то, что он поставил спектакль, за это ему отдельное спасибо. Надо будет сходить полюбопытствовать, что такое Леопольдштадт. А с другой стороны, вот он всех удивил своим прикидом и своей модной, что ли, я бы сказал, такой, ну, энергией модной. Он обрати внимание, вот это вот...
сумочка через плечо. Гришка, ты бы такой одел? А я что-то раньше на поясе носил, а ты не те сумки? А, это другая, Гриша, это уже шаг вперед. С пояса подняли наверх, на плечо. Но, с другой стороны, все время тоже, когда носил, все время думал, как-то вот она тут, или, а так она висит, грудь защищает, правильно я понимаю? Да, а то из-за вдруг этого, нападут. Да. А как носить тот самый пистолет, который ты случайно нашел в лесу? О, да. Про пистолет это у нас в МК Латвии. Кстати, на какой это было там страница? Это буквально в начале, страница номер 4-5, вот она. Вот она. Даже на улицу пистолеты выкидывали, называется материал, и о чем, собственно, песня. Дело в том, что в сентябре 2023 года практически всех жителей Латвии, владеющих оружием, ждали серьезные изменения. Владельцы огнестрельного оружия выполнили новые правила, а вот собственники газовых пистолетов и револьверов, как тут пишет автор материала Елена Певцова, тянут кота за хвост. Тянут кота за пистолет. За пистолет, да. Нет, это уже было хвост пистолетом. Это отсюда выражение пошло, да? Ну, смотри, дело в том, что требовалась легализация и регистрация всего газового оружия в том числе. Ну, конечно, а что, раньше покупали так просто? Акцент на огнестрельное. Ну, в принципе, раньше газовый пистолет можно было купить в магазине без разрешения, абсолютно. А что же мы не купили, это не понял как-то. А вот как говорит Андрис Малкерс, представитель властей, я так понимаю, что это зав вот этой... Пистолетной темы, да. Бывают случаи, когда люди находят газовое оружие в лесу или даже на улице. Слушай, у меня знакомый был, который всегда держал при себе настоящий пистолет, и вот такое заявление, которое несу прокуратуру, найденный пистолет. В 3 часа ночи, почему? И каждый раз переписывал, каждый день, представляете? В 3 часа ночи у вас заявление. Что, в чем дело? Почему, куда вы, товарищ, идете в 3 часа ночи с пистолетом, а? Вот оно заявление, да. Из этого. Ну, на самом деле, из этого материала вы узнаете все те прибамбасы, которые вас ожидают, счастливые обладатели и газового оружия в том числе. А вот на вопрос корреспондента, мог ли человек, у которого есть оружие, банально не знать о всех изменениях этого закона, отвечал господин Малкерс, что, в принципе, незнание закона не освобождает от ответственности. От пистолета. От пистолета также. Но освобождает от пистолета, так нужно сказать, да? А теперь совершенно конкретно и о грустном, я бы сказал. То есть? Ну, сколько стоит экзамен? Сам экзамен стоит 65 евро. Ну, я говорю, а как экзамен сдать? Вот как это проходит, интересно. Преподаватель бегает, ты должен попасть в него. Не попал, не сдал. Ну, оно наверное, же логично, но как? Да. Разрешение на ношение оружия 45 евро. Ну, отсюда надо добавить что, Гриша? 45 в год или вообще, интересно? Это за экзамен. Я тебе сейчас про экзамен рассказываю. Это раз. Так. А теперь пойдем с другой стороны. Ты же пистолет где-то должен держать и огнестрельное оружие? Должен. В кармане. Значит, сейф надо. А, либо надо носить с собой сейф, правильно? Или с собой на колесиках. На колесиках, да. Знаешь, как эти чемоданы на колесиках. Да, как сантехник идешь, да. Что у тебя там? Помповое ружье, газовый пистолет и два обыкновенных. Да. Вот, значит, во-первых, дальше медицинская комиссия. В смысле, сможешь ли ты носить сейф или нет, правильно? Будет силы у тебя или нет? Можно ли тебе вообще приобретать это дело, а потом уже до сейфа дойдешь? А что на этой комиссии смотрит? Если у тебя глаза раскосы, значит, ты не кучно стреляешь или как? Не, главное, чтобы у тебя с головой было все в порядке, чтобы ты не кидался на людей, чтобы у тебя не было никаких там синдромов, фобий и так далее, и так далее. Ну, короче говоря... И как там было? И тебя вылечат. Не помню, когда на школе еще там, помнишь, это была военная подготовка, нужна была между 9 и 10, там говорили, главное в руках, чтобы не дрожали аккуратно, а оказывается, главное в голове. Да, но на самом деле весь этот, если взять весь этот процесс, то по кругу набегает сумма от 500 до 600 евро. А сам пистолет можно найти в лесу. Обалдеть, я тебе скажу. Да, это конечно весело. А теперь конкретно. А что можно сегодня приобрести без регистрации и разрешения? Так. Спрашивает корреспондент МК Латвии. У знатного торговца оружием. У знатного, я бы сказал, специалиста по части комиссии разрешить, как это, разрешительная комиссия, или как она там так называется? Он еще и пистолетами торгует. Смотри, он говорит, что без регистрации остались газовые баллончики, и то с 16 лет, электрошокеры
и пневматическое оружие, так называемые воздушки. Но их уже с 18 лет можно приобретать. Стреляющие силой сжатого воздуха до 12 джоулей. Последние не регулируются оружейной директивой ЕС. И тут применяется национальное законодательство. Национальные джоули, я понял, да. То есть джоули это наше национальное. Ну, если у вас есть газовый пистолет, друзья, или если у вас есть уже и нормальное огнестрельное оружие, то, сами понимаете, с этим шутить сейчас не надо, потому что штрафы ядрит вайкоц никакие за все это дело. Попадете под статью, и мало того, что это все у вас конфискуют и уничтожат, передадут на уничтожение, так вы еще и штраф получите. Такой обалденный. Да, это вообще-то и правда занятно. Вот мне очень понравилось вот это вот, может быть, несколько грустно, но поучительная тема. Вот на 12-й странице, ты возьми, посмотри, Привет от Зивы, там установили памятник на Покровском кладбище нашему Нострадамусу, вот Эйженс Финкс. Да, это вообще-то такой человек был замечательный в той самой первой Латвии. Он даже свою судьбу предсказал, его слушали все, буквально все. Он мог, вот очень такой занятный, кстати, незаконно рожден, по-моему, она была баронесса, кажется, а отец его был кочегаром, по-моему, цыганом, да? Да, вот к месту помянутому, да. Вот это вот, да. И вдруг он, нет, он так... Такой мезальянс. Нет, он просто настолько... И самое интересное, вот Покровское кладбище, это такое интересное... Даже Ви Артманы тоже похоронены, правильно? Там такие лица и фамилии, и имена, там просто вот отдельную передачу надо сделать. Скоро как Перлашес будет уже. Париже. С латышского переведи, пожалуйста. Да. Потом переведи, да. Нет, это вообще-то замечательно. Вот мы не знаем своих героев. Мы что-то новых пытаемся. Смотри, грустном... какие герои? Хватит. Что значит грустным? Давай о наших героях в кино, раз тебе интересно есть. Все-таки ты знаток кино, и я хочу узнать, Эдмунд, принимал ты ли участие в съемках нашего основного национального, это сейчас не «Долгая дорога в дюнах», фильма вот «Петерс». Да, я принимал участие в съемках этого фильма. Я изготавливал декорации для него. В то время я был мальчиком, который забивает гвозди, делает разные там штучки. Короче говоря, работал в цеху по постройке декораций. А потом уже стал бутафором. Нет, вообще-то удивительно, забивал гвозди, да, даже. Да, но да, для, да. Для этого фильма там было изготовлено, особенно в кабинете, где был кабинет Петерса, декорация была изготовлена в павильоне, в первом павильоне, в самом большом на нашей Норильской киностудии. И там чудесные вещи всякие изготавливались в нашем бутафорском цеху. Вообще замечательно. Вот я скажу, что многие так кривляются, говорят вот о роли вот латышских стрелков, красных латышских стрелков, она же громадная. Она? Да. Она если, просто... Я тебе больше того скажу, Гриш, если бы в 2018 году не было латышских стрелков красных, то и нас бы то, не было. То и Чичичипи, то есть СССР бы не было. То есть не было бы и Ленина бы не было. Да, и ЧК не было, да, и возможно, было. И нас бы не было, скажу. Вот надо помнить о таких героях. Конечно, это может быть черный герой с каким-то оттенком, но тем черный не менее... Черный Петерс. Да, но фильмы, правда, тут, я могу сказать, и Гирт Яковлев сыграл там просто изумительно. Это у я него могу сказать, это хорошая его... роль была, да, вот нет, у Гирта. Кстати, мне понравилось, что Тарасову за эту роль обещали, значит, квартиру в центре Риги и «Черную Волгу». И знаешь, почему он не приехал? Это я из статьи вычитал. Потому что уже была и квартира у его родителей, отец генерала, и Волга была у отца. Надо как-то узнавать вначале, собственно говоря. Хрущевочку нам было предложить. Да, и «Жигули». Волга есть, вычеркиваем. Значит, или «Чайку», или ничего. Да, а квартира, ладно, особняк в Юрмале. А ты посмотри, перечень каких, тут, собственно говоря, фильмов. Мне просто Гриш, я прочел, я тебе скажу, что немножко такая ностальгическая нотка, конечно, взяла, потому что 8 лет, как-никак, а лучших лет моей жизни и творческой биографии отданы как раз-таки работе на Рижской киностудии. И да, читаешь, и всплывают такие эпизоды в памяти. Да, я могу сказать, что это и лучшие годы Рижской киностудии, когда работал Эдмунд, да, помощником режиссера. Так гвозди никто не забивал! Нет, тут вообще, мне очень нравится «Стрела Робин Гуда». Какой фильм романтичный, красивый, да? Там, кстати, Роман Паус написал музыку, потому что не взяли Высоцкого, по-моему, песни. Хмельницкий, когда приезжал на съемки, там вся Рижская киностудия, особенно, женщины, там все...
Хабенский. Нет, он красивый, красивый дядька был такой. Да, такой статный. Да. И, да и фильм такой хороший, честно говоря. Фильм-то, я тебе скажу, на самом деле, ну... Нет, для проката хороший, просто скажу. Ну, в то время для проката, да. Да, но такой же ничего великого нет, да, это не крестный отец Хмельницкий, да, собственно говоря, да. Но он такой романтичный, веселый, хороший, там, вот честно могу сказать. Ну да, веселая такая, экшн-комедия. А фильмы и правда, здесь вот, обязательно прочтите, это вот как приложение к МК, он называется «Телевизор», и... Вот я считаю, что такие фильмы надо отдельный канал создать, и просто эти фильмы, вот это золотой фонд. А нельзя. Что нельзя? Дело в том, что... Смотреть нельзя? Нет, дело в том, что практически 90 с лишним процентов фильмов производства Рижской киностудии оказались в частном владении, и вопрос с авторскими правами, ого-го, как еще давно не решается. Не, не фильмы, наверное, права оказались в владении, фильмы такого... Ну, ты не можешь... Если ты мне, грубо говоря, не заплатил там пеньонзы, сколько-нибудь там тугриков, то я тебе, Гриша, не разрешу показывать фильмы Рижской киностудии. И что ж мне все время смотреть где-то полукраденное в интернете или вспоминать? Это раз, а второе, можешь пойти в банк, взять кредит, принести мне денежек, я тебе разрешу. А вообще-то, вот вспомни, сколько было кинотеатров в Риге. Это какое-то сумасшествие было, просто сколько... Слава богу, сейчас Splendid Palace опять-таки еще раз реновировали, там и новый вход сделали, и новая кофейница там появилась, там, ну, и как-никак, и Балтийская жемчужина в очередной раз проходила как раз-таки как основная площадка Splendid Palace. Слава богу, центральная точка. А посмотри, что с Пионерисом сделали, посмотри, что сделали с другими кинотеатрами. Как там, клуб хороший, да, в Пионерисе. Да. Хороший клуб был, да. Да, как был, что уже все. Я просто клубной жизнью не увлечен. Сейчас там другая тема. Но я могу сказать, дигитальная. Что я предлагаю, так сказать, немножко, вот, чтобы завершая эту тему, опять возобновить вот Рижской киностудии имени Малковича. Имени Малковича. И народ пойдет, я тебе сразу могу сказать, пойдет есть, и приедет сюда. То есть ты предлагаешь, да, чтобы Малкович что-то снял на Рижской киностудии, которой нет. Так он там и Брэда Питта пригласит. Они же такие, понимаешь, а что тебе это стоит? Брэд, если, приезжай, да, мне тут а он говорит, а у меня как раз, снять, да, свободно, да. Да, вот, да, неделька есть, давай приеду. Нет, мне нравится, ведь что есть такие фильмы, где они просто появляются, и, соответственно, где-то через 4 минуты их убивают. А на афише там героев. А тут на афише фильм такой-то, думаешь, а где он был? А как? Да. А как зрителя заманить, да, иначе? Да. Только Малковичем. Только Малковичем, да. Да, ну, молодец, стильный дядька, и мне эта сумочка дико понравилась, это так, я скажу, по-нашему. Да. По-хипстерски. Каждый видит Малковича то, что он хочет видеть. Поехали от Малковича, переходим опять МК Латвия на 8-й странице. «Ой, бриллиант потерялся», называется материал. Женщины, это вам. Ну, в принципе, я думаю, что надо было бы вам, конечно, самим купить это издание и прочесть. Но ювелирные изделия стоят дорого, как мы знаем. Поэтому покупатель надеется, что товар будет служить вечно. А нифига подобного. История от рижанки Анны. Интересно, Анна, это выдуманное имя или это реальное? Скорее всего, что это выдуманное, конечно. Показал, что бриллиант может выпасть из кольца, а магазин отказаться бесплатно восстанавливать украшения, несмотря на то, что срок гарантии не истек еще. Тут Гришка... Там гарантия есть на это тоже. Да, ну тут, ну, боишь, ну, одела дама кольцо там с брюликом. Брюлик небольшой, может быть, где-то карата на 2, на 3. Ну, то... или на 5. Она его теряет, приходит в магазин, говорит, ребятки, вот, извините, ну, потерялась, восстановите, пожалуйста. И, как говорится, в год по камушку нормально, можно восстановить кое-чего себе на черный день. Так что надо делать? Короче, надо самой покупать. Да, это на ничего теряться не будет. Одаренному бриллианту, как известно, да. Никуда не смотрят. Да, это вообще-то замечательная история, да? Да. Из-за этого. Ну, это раздел «Ваши права». Читайте МК Латвии и об этом все будете знать. Что еще тут можно интересно было? Про дела семейные на 12-й странице. Знаете, на самом деле тема очень серьезная и касается многих. И поэтому на эти вопросы издания отвечает не кто-нибудь, а отвечает нотариус, компетентный человек. Как правильно оставить квартиру одному из детей или супругу, если вы не хотите, чтобы на нее претендовали другие наследники, например? Какие документы оформить заранее, чтобы у ваших близких не возникло проблем с получением наследства? А, Гриня, ты уже написал завещание? Да. А я там есть?
Я тебя помянул. Понятно, вещание. Я помянул. Да, добрым тебя, словом. Да, да, а ему гоните его, да? Нет. Дальше. Как человеку получить наследство, о котором он и не знал годами? Вот об этом все. А как он узнал, интересно? Вот это вот замечательно. Раздается телефонный звонок. Как это принц из Зимбабве. Я вот сейчас нахожусь в бегах. Я готов вам отдать 4 миллиона. Перечислите мне 50 евро для оформления документов. И я вам 4 миллиона перешлю. Это из той же серии. Да, нет, это вообще-то, правда, замечательно. Нужно... Наш знакомый подарил своей жене, бывшей, да? Да. Да, так, собственно говоря. А теперь его бывшая жена вдруг неожиданно, по его мнению, стала следить за собой, в спортзал ходить, похудела, прихорошела. И сейчас он сомневается, да, будет ли она как-то... Я говорю, так завещание мог оговорить, что она за тобой должна следить, радоваться. Так она следила до этого. До этого все бы следили. Да, а как вот наследили, так все, собственно говоря. Но жалко, если... жалко Аркаша. Если... Ой, для нашего что знакомого. Что значит жалко? Да, вот просто сам, жалко. Сам написал, сам виноват. Да, просто говорю, правда, жалко этого всего. Ой, таких историй я могу с нашего круга. Вот Шварца, помнишь, Сашу? Да. Золотое яичко или как там было? Вот, яйца. Курочки рябы. Да, курочка рябы, да. Так он вообще сейчас суется с детьми своей жены, с которой прожили много, дом оставил, да, и дети, которые называли его папочкой, обнимали, а теперь они говорят, какой папочка? Ты не наш папа, пошел и ты, дом не твой. Пошел ты, да, из нашего дома, да, вот экс-папа. Это вот интересно, как дети меняются, деньги портят. Послушай, Гриша, по поводу спортзала, вот, например, и Касьяунс, и Привата Дзиве. Активно. Вот Касьяус на 36-й странице как раз-таки тему спорта затрагивает. Дело в том, что случилась свадьба. Случилась свадьба. Да. Выражение очень хорошее. Неожиданно случилась свадьба. Случилась свадьба, причем в Дании. Дело в том, что поженились две самые, как тут пишет журнал, известные латвийские лесбиянки. Два спортивных как раз-таки фитнес-инструктора. А ты что-то там про спорт говорил, Гриша? Ах, это называется сейчас спортом, да? Я даже не знал, чем я... Фитнес. А, фитнес, да, я думал, да, вот эти обнимашки – это спорт, ну ладно. Но обратите внимание, вот дамы засвидетельствовали друг другу свое «да» и сказали это громко в присутствии пастора, пастор тоже здесь на фотографии, в Риге. А пастор – женщина? Данута Тамме и Сэндия Габриэла Офицере. Две известных латышских фитнес-тренерши. Зачем тебе имена? Они уже не в нашем поле, и ты не в нашем поле. Ну, вообще. Не, я вообще никогда на фитнес не ходил. Я, честно говоря, что-то не догоняю. Я не понимаю. А нет, она лесбиянок. Приятно обратить внимание. Вот это красиво. Смотри, она в беленьком платье, одна и вторая. А кто из них кто? Тут непонятно. Хоть бы написали. Я муж, я жена. Там, черт его знает. Ну, почему? Знаешь, я не согласен. Тут написано, что... Апреция славена с пашма и лесбия, что, дескать, известные. По-моему, самая известная была пани экс-министр внутренних дел Мария Голубева со своей... Голубкой. Ну да, но со своим мужем, я так понимаю, потому что та была такая покрупнее, вторая. Вот это была, по-моему, самая известная. Я тут не согласен. Тут, по-моему, журнал «Касьяунс». Ну, это самое красивое. Мне очень не понравились. Может быть, да. Они, кстати, вот там я читал, что, значит, спросили их, во сколько там обошлось. Они же там праздновали в Берлине, по-моему, Сигулде. Да, у них классно, у них такой праздник был. А переодевались не так, как принято у нас скромных латышей, там, один раз только, да? Тут несколько. Они тут как понеслось, так поехало, все платья не примерили, собственно. Так вот спросили, сколько это обошлось. Она сказала, значит, она точно может назвать это, значит, это между 10 и 15 тысячами. Значит, представляешь, какая точная цифра. Вот. Да, сколько у тебя? 10-15 тысяч вот так между этими. И вообще-то, нет, ну, чего завидовать чужому счастью, собственно говоря. Ну, и я так понимаю, что тут еще один персонаж появился. Здесь же латышский музыкант Ральф Эйланд, который, ну, пока еще из шкафа не вышел, но я думаю, что это не за горами. Он у них как бы, он сыграл его роль как бы пастора, как бы в Риге, когда они уже после Берлина, после Дании, когда они уже приехали в Ригу, то он был как бы пастор, который их благословлял. Обалдеть, Гришка, вот не тем мы с тобой занимались. Да, пасторы пойдут, церковь ох, организую, не тем, да. Ох, не тем, какой-нибудь, Гришка. Да.
Я теперь вспоминаю твои слова, что надо было геем раньше становиться, когда тогда точно бы Элтон Джон был бы уже нашим другом, и мы бы давно уже с тобой были в шоколаде. А все они, женщины, красивые жизни попортили. Ой, как поп... Но красивые, да, да, красивые, да. А разве не красивые бывают? Да, но я не пью, и поэтому у меня, как говорится, попадались настоящие красивые женщины. И сейчас еще, к сожалению, ладно, попадаются. Кстати, да. когда человек не пьет, ему очень мешает шум на улице. Об этом пишет МК Латвии на своей 10-й странице. Материал называется «Нельзя ли потише ли?». Жители Риги измучены шумными соседями и требуют, чтобы Сейм принял закон о ночной тишине и даже создали специальную общественную организацию «Нактсмеру Ригой», «Ночной покой Риги». Как? И теперь борются за то, чтобы приняли закон о ночной тишине. Где? Ограничивающий уровень шума с 23.00 до 6 часов утра. И на портале народных инициатив Манабалс.лв уже начат сбор подписей. Гришка, уже 3000 человек подписалось, чтобы в Риге была гробовая тишина с 11.00. Послушай, а где ты нашел 11? У меня на 11 странице. Вот 11 страница Латвия. Не-не-не. Передышка. МК Латвия, 11 страница, Гриш. МК Латвия, 11 страница. Где? Вот, 11 страница, видишь? Гриня, ты что открыл? Как МК Латвия? Ну? А это 3, это 12. Нет, подожди, ну что у нас такое? Ну какая, 12, 13. Послушай, ты что мне подсунул? 14, а почему тут 11? Ну как-то интересно. Да, вот это 14, вот. Вот. Вот, блин, а у тебя странно, у тебя 11. Не-не-не, дальше. Не, а почему так интересно? И вот она, да. Постой, после 13 идет 14, потом 5, 11. Товарищ, это как вагон тут, помнишь? Да. Товарищ просто... Не выспался и перепутал в типографии. А ты заметил, шум с улицы доносит только у тех, кто пьет, измученный нарзаном. Если ты пьешь более хорошее, то тебя шум не волнует. Не, ну теперь давай эту ситуацию рассмотрим с другой стороны. Например, лето. Со стороны улицы. Открытые кафе, террасы. Играет музычка, да? И что тебе? В 11 часов тебе хочется уже, чтобы была гробовая тишина и как на кладбище? У нас один знакомый, не к месту помянутый, Женя, он купил квартиру в Старой Риге. И очень возмущал, говорит, что делать? Там под низом поют ребята, они поют только 4 песни Цоя. Ну, говорит, это так громко. Это уличные музыканты? Да, что делать? И говорит, и денег давал им все, чтобы замолчали, да, но дают больше. Я сказал, купи им кассету или диски, подари с другими. И правда, ты представляешь, разнообразно пошло. Так и тут, ты понимаешь, если ты хочешь, чтобы там кто-то что-то играл, ты выносишь, а давайте что-нибудь, да, хорошее там. Да, и Джорджа Майкла. Не, ну на самом деле это проблема, но проблема с другой стороны, музыки. Товарищи, ну давайте как-то, не знаю... Ну, я бы не хотел сказать потерпим, но как-то вот давайте как-то... Толерантнее относиться. Хороший музыкальный термин. Вот это слово сейчас сюда подходит. Давайте как-то толерантнее к этому подходить. Форте, толерантнее, и еще это музыкальный термин, да? Да, сейчас. Это говорит сам Эдмонд, который сам за струны дергает и мешает людям жить, да. С людьми все у порядке. Да. Но дело в том, что, друзья, например... Конечно, такая структура, как там на Андрей Осте, и это Вондерсала так называемая, когда там выступает товарищ Лобода или какой-нибудь там товарищ Моргенштерн, в суе будет не упомянут, да, и там идет такой по всей Риге практически, то товарищи, которые живут на улице там рядом, они, конечно, испытывают какой-то дискомфорт. С другой стороны, вспомним, если... Фестиваль наш любимый, Позитивус, который на Луцевсале бомбит, и там и тыц-тыц-тыц тоже конкретно такой, ну, то люди в Кингараксе жалуются, что они слышат, Гриша. Кингараксе, я тебе сразу могу сказать, что когда Рамштайн зажигал, люди жаловались, что песни не объявляют. Так-то они слышат, да, а вот тогда объявлять надо громче. Друзья, да. Ну, зато вы на шару слушаете все концерты, и вы присутствуете, что называется, в очаге, как раз-таки эпицентре этого всего музыкального события. Ну а по поводу замера шумового уровня, то... Специалист, представитель Государственной инспекции здравоохранения, а конкретно госпожа Сайва Лусте, сказала и комментировала ситуацию так. Мы замеряем уровень шума от лифта,
но не от уличного кафе. Конечно, сама сидишь там, так что ж тут замерять, да. Что ж там, да. Выпил еще рюмочку, вот тебе и шум поубавился. Да, вот. Шумовку нужно держать в руке, чтобы избавляться от шума. Ну, что тут, наверное, сказать. Я надеюсь, что мы не очень сегодня пошумели. Ну, я думаю, что... Да, и вы уснете хорошо. Вы уснете хорошо, у вас будут хорошие сновидения. И нас не заберут ночью. Да. Да, и когда мы будем выходить... Потому что машина будет поломана у них. Да, а то некоторые, не будем пока говорить, там не выяснено, вышли из дома с утра и пропали. Ага. Да, из этого. Так что, я надеюсь, мы не пропадем сразу. Но да. меня на самом деле еще привлек материал на 17-й странице того же МК Латвии. Не ремонт, а разочарование. Правда ли, что в автосервисе с вашей машины могут снять хорошие детали и заменить их на плохие? Задает вопрос корреспондент. Что делать, если мастер во время ремонта поцарапал и повредил вашу машину? А можно ли платить, если вы приехали в сервис заменить лампочки, а вам без предупреждения поменяли еще и глушитель? Это называется замена кузова практически. Да? Вот об этом все пишет Марина Сиунова на 17-й странице. Товарищи автовладельцы, подпишите сервисный заказ и будете спать спокойно, несмотря на то, что Лобода будет трясти своими всеми прелестями и в микрофон орать на Вандерсале. Ой, если, конечно, так случилось, смотрите фильм «Маска». Там тоже такая была история, что надо делать с теми, кто поменял вам глушитель. Куда его надо засунуть, там очень подробно описывается. Там и показывается причем. Да. Но чем-то надо заканчивать, каким-то, на каком-то позитиве, наверное. Или давай, Гриша, закончим, может быть, тоже грустным материалом, но на спортивную тему. Ты не против? 38-я страница МК Латвии. Если у меня просто вырвалось. Это да. Вот Санта, вот, да, я хотел сказать, да, ну, как-то так нехорошо, конечно. Я прошу прощения, но хотел сказать, давай закончим на Элине Малыгиной. Да, ну как-то так двухсмысленно звучит. Это очень двухсмысленно звучит. Да. Давайте лучше закончим на теннисе. Да. 38-я страница «Бульвар», раздел, и МК Латвии задается вопросом, как спасти легендарный турнир? Кубок Дэвиса. Дэвиса, оказывается, оказался в тупике. Звезды теннисные дружно критикуют форматы и требуют вернуться в прошлое. А в чем дело? Дело в том, что в Кубке Дэвиса определили все участники финальной части, которая состоится в конце ноября в испанской Малаге. Но по иронии судьбы, среди участников плей-офф, Гриша, не будет твоего любимого персонажа Рафы. Он со всей сборной Испании не попал на отбор на Кубке Дэвиса. И поэтому это неправильно все, правильно? Да, абсолютно неправильно. Но в последнее... Дело в том, что поменяли формат. А поменял формат кто? Жерар Пике, со своей компанией «Космос» они взяли, поскольку являются финансовыми инвесторами в это дело светлое, в IT, ITF. Да. Они говорят, а что вы там 5 сетов гоняете, давайте 3 гоняете. А что у вас там, а давайте вот только там пара одиночка и одиночка. Зачем вам столько всего этого? Что там развозить кисель по... А честно говоря, ты вот по банкам. В теннис тоже поигрывал, да? Собственно говоря, как я всегда был возмущен, понимаешь, почему, например, когда играют женщины, у них 3 сета, и 2 выиграли, победил. Я считаю, что когда происходит, вот, собственно говоря, но играют такие женщины, я тут посмотрел старые, так сказать, когда еще Курникова играла с одной из сестер Уильямс, им тогда было вообще там около 18 лет. Какой был теннис красивый, Эдмунд. Я бы и смотрел. Да, Курникова сама была красивая. Да, и она еще играла. Она и сейчас, кстати говоря, неплохо выглядит. А как сейчас выглядит Маша Шарапова? Вау! Шикарная женщина. И, кстати говоря, они сейчас будут играть турнир Лейвера. Это турнир звезд, которые уже перешли в разряд, скажем так, ветеранов, уже которые активно не выступают на ITF и ИТФ тоже, значит, турнирах. Маша Шарапова подписалась играть с Макенроем, а против них будет команда, знаешь кого?
Даже трудно представить. То Штеффи Граф и Андре Агасси. Семейная пара. Семейная пара. Все, да, деньги, вот. Деньги должны оставаться в семье. А ты считаешь, что Шарапова вместе... У них тоже семья. Нет, у них не семья. У Шараповой, кстати говоря, она шифруется со своим мужем, только на фотографиях показывают красивого молодого человека. А у этих-то да, у этих все хорошо. Ну и вот, если, друзья, вы хотите спасти легендарный турнир Кубок Дэвиса, прочтите об этом в МК Латвии. А все остальное, друзья, вам домашнее задание. Не будем же мы за вас перелопачивать всю пока еще оставшуюся в живых печатную прессу. Да, все, короче, на турнир в Испанию. Да. Или к нам сюда, в Ригу. Мы тут с Гришей вам организуем турнир. И недорого. Да, как водится. Мы не пике. Спасибо за внимание и до новых встреч в Испании. Да. На этом, как говорится, мы и прощаемся. Старперцы Григорий Берг и Эдмунд Кашевский.